салюты, фейерверки, бенгальские огни, петарды и даже безобидные хлопушки. Все это пиротехнические изделия, которые, во-первых, должны быть сертифицированы, во-вторых, снабжены подробной инструкцией с правилами использования, утилизации, подробным механизмом подготовки для запуска с контактной информацией производителя. Обращайте на это внимание, покупая товар, советуют в пресс-службе МЧС. При покупке фейерверков необходимо помнить о том, что они продаются, должны продаваться в специализированных отделах павильонов, местах, установленных для продажи пиротехники. Запрещено покупать пиротехнические изделия с лотков, на рынках, покупать с рук у знакомых. Обращайте внимание на срок годности пиротехники. Как правило, он ограниченный 2-3 года при условии хранения в сухом помещении при температуре не более 30 градусов. Срок хранения обязательно должен быть указан на упаковке. Использовать пиротехнику можно только на открытых площадках, напоминает в МЧС. Запрещено запускать фейерверки и салюты с балконов или крыш домов. Хлопушки, бенгальские огни, свечи и декоративные, и тортовые свечи разрешено использовать только в квартирах. Запрещено использовать в помещениях на объектах с пребыванием людей. Если купили фейерверки заранее, соблюдайте простые правила хранения. Храните пиротехнику в сухом, проветриваемом помещении, вдали от отопительных приборов. Не складируйте на балконе или в ванной комнате. Прячьте пиротехнику от детей. Использование пиротехники разрешается только с 16 лет. И если вы знаете, что фейерверк хранился неправильно или его срок годности истек, откажитесь от запуска.